Друзья, наш тур Нормандия, Париж, Голландия мы начинаем в Реймсе. Заехали сюда буквально на пару часов для того, чтобы полюбоваться, конечно, кафедральным собором города. Место потрясающее, сооружение восхитительное. Вот именно здесь короновались все французские монархи. Реймский кафедральный собор в 20 веке был разрушен дважды во время Первой мировой войны. Потом успел его восстановить фонд Рокфеллера в конце 30-х годов 20 века. Во время Второй мировой войны разрушен был второй раз. И уже после войны восстанавливали долго, трудно. Пригласили Марка Захаровича Шагала. И в том числе его витражи находятся здесь, в апсидной части собора. Именно отсюда, как раз с востока, лучше всего любоваться храмом. Именно здесь можно сделать и небольшую паузу в экскурсии, конечно. Просто потому, что Реймс — это еще и столица шампанских вин. Например, вот именно так выглядит знаменитая бутылка «Вдовы Клико». Отличное шампанское, стоит чуть больше 30 евро, но это действительно настоящий французский глоток счастья. Брют от «Вдовы Клико», который так приятно разделить с другом.